Один небольшой совет, прежде чем мы туда войдем. Учитесь гробу. Так, ну блин, мой соперник ход не делает, давайте грубо играть. Я вывалил базу по бизнесу. Жесткую. Теперь базу по шахматам будем. Да, чувачок вообще это растерялся, не понял, что делать. На 2 минуты задумался над первым ходом. Чудилка растерялся немного. Вау, такого хода я не припомню. Не припомню такого хода. А почему я его не припомню? Может, это ход дурной? Поэтому? Конь b5 есть, кстати, ход здесь, знаете, такой элегантный. Конь b5 на cb ферзя 8. Может быть, в этом причина? Как считаете, друзья мои? Может быть, в этом причина, что d4 здесь не играют? На cb ферзь b8, неожиданно. Ловкий трюк, не правда ли? Грозит конь c7 шах с выигрышем ферзя. А на cb ферзь b8. Это гроб гайд. Учитесь гробу. Так, ну здесь что делать-то нам? Висит уже конь, надо как-то реагировать. Кстати, на d4 можно съесть пешку. Вкусную, жирную такую, центральную, нападая сюда. Либо конь a7, нападая на ладью. Но там ладья c7 будет ход, какой-то меня смущает. Потом конь d4 выглядит более амбициозно. Слон бьет c6 тоже вариант, на самом-то деле. Слон бьет c6 тоже вариант. Конь d4, конь c5, если... Вот этот вариант надо считать. Слон бьет c6. Я думаю, что надо эту пешку брать. Все-таки здесь еще на c6 висит. Пешка центральная, вкусная. Такой ход даже возможен, конь c6, на ладья b7, конь бьет d8. Давайте так и сыграем. Там ладья будет подвисать в конце варианта, хотя, может быть, можно было как-то более предприимчиво сыграть. И вернулся тоже. Пока нападем. Пока сюда. Ведал. Ваше здоровье, ребят. С кайфом. Первая пошла. Если вы хотите лучше научиться играть в шахматы, то приглашаю вас на обучающую программу «Школа победителей», где за один год вы сможете добиться первого разряда. Посмотрите подробности о курсе. Реально лучшая программа на текущий момент. Структурно подается информация от начинающего до уровня первого разряда. Кроме этого, вы получаете доступ к закрытому клубу и много других привилегий. Переходите по ссылке в описании и залетайте в лучшую обучающую программу. Погнали, еще гробика. Против 200 гробика вообще с кайфом идет. И быстро сейчас разнесу просто в щепки. Давайте мексиканцы этого или кто-то там. Прям. Кандидат мастера. Угу. Блин, это, кстати, хороший ход c5. Один из неплохих таких. Вносит смуту в мои построения. Окей, так сыграем. Ну, f4, конечно, амбициозно, но боюсь, что слишком амбициозно. Конь f3 пока играем. Пока сюда. Куда ж коня девать? На конь h4 g6, а какой-то получу еще дурацкий. Походу брать на d5 сейчас придется. Неудачно гроб разыгран. Попробую активизировать, если g6 не сыграет. Но если сыграет, то печально будет. Не знаю даже как развязываться здесь. d4, но это еще, наверное, куда не шло. Конь e2. О, так пошел вперед. Не, тут хотя бы конь у меня выходит сюда. Наверное, это не так плохо все должно быть. Ну, сюда. Окей, h4 здесь сыграем. Пойдем вперед. В целом, f4 тоже можно было. Сюда нападает. Ишь ты какой наглый. Наглый. Пес! Ну и там ладья c8, потом следом еще с идеей вилки. Да, как-то меня немножко напрягает он. Вот так пока защитимся. Пока сюда уйдем. Хочу все-таки а3 прогнать его. h5 нету хода, пока конь e7 его заставить. Конь e7 все-таки перекрывает слона, как будто. Может быть, это где-то можно использовать. Окей, съел ЕФ, слона открыли. И что он хочет? Ха, ну, скажем так, выглядит подозрительно его решение. Окей, ферзь b3 сыграем. Напали сюда и хочу а3 следующим ходом просто выиграть. Где-то там через e6 шах еще возможен. Ну окей, а3 сыграем. Коника заберем сейчас, живьем. Ну, конечно, мне так все просто позволил здесь. Слона открыл мне
я развился. И еще он фигуру теряет, в конце концов. А сам фланг свой не развил до сих пор. Тут конем с двух ходов пустых сделал. Я-то его еще подзажал. Победа! Что думаешь о королевском гамбите? Ну, для блица прикольный дебют. Кстати, думал поизучать его так, чисто для такой обширной шахматной эрудиции. Окей, здесь 7. Шах дадим на всякий случай. Пускай король... А, он сюда даже. Даже не отходит. Ну, просто он... Он что-то говорит. Он просто в заднице. Этого мы запрещать ему не будем. Тут пешку хочется съесть, конечно. Пока так аккуратно сыграю, чтобы ладья А4 был ход. Сам ладья А7 тоже можно было, наверное. Ладья А7 еще жестче. Ну, вот так сыграю уже. Здесь нападу. А6, конечно, это он совсем никуда не торопится. Шах не боится такой получить. Мне казалось, что страшный шах. С кайфом! Максим сегодня слабый, блин. Я всегда мощный! Я слышал, да, про него. Забыл уже, что он там на какую тему шутит. Надо посмотреть. Я хочу стендапы посмотреть. Ну, у меня шутки жесткие. Про женщин, про отношения. Вот эта тема прям нормально. Прям чувствую, что там я могу выдать базы. Чернуха? Не, без чернухи. Ну, такие так. С матом. Я матерюсь редко, с друзьями только матерюсь. Отрываюсь, скажем так. Сейчас Б3 здесь играю. Давайте, да, чуть побыстрее буду двигаться. Ну так, я люблю здесь задвигать. Пространство захватывать. Правда, здесь на коне F5 ладья А4 надо сыграть, защитить, чтобы слона я успел пропустить сюда. Все-таки мне хочется его пропустить, хотя, может быть, не обязательно. Слон F4, ну, конь... Давайте H4 сыграю пока. Не, ну тут я уже пропускаю слона, здесь совсем песня. G6 он зря сыграл. Тут E3 даже, я даже не буду уже тратить время на ладья А4. Просто E3, конь E2. Можно B4, B5 рвануть еще провести. Ну, здесь B5 я могу провести все равно, как бы. Он брать не может, там зависнет ладья. Но CB конь B5. Это же классика. Это же база. Вопрос брать на C6. B6, наверное, это, ну да, тоже такой зажим. Прикольная структура, красивая. И к пешке потом на B7 цепляться. Ну, можно и так сыграть. Либо BC попроще, да? Тем более он не может на линию B встать. Наверное, так сыграю и конь E2. Просто конь E2, король D2 и по линии А строюсь. Этого коня разменяем, потому что он на H4 давит. Но этот слон, он вырезает линию B. Это слон базовый. Сюда, ну он ладья B7 хочет сыграть, да, где-то. Понимаю его идею. Пока так, наверное. Защитим. Угу, глухую оборону пошел. Не будем мы торопиться с выигрышем пешки, сыграю пока сюда. В целом, конь G3, конечно, уже на повестке дня. Разменять этого коня, чтобы вторую ладью освободить. Наверное, конь G3 я сыграю. У него конь неплохой на F5. Мне бы его разменять было замечательно. И здесь 7, пешка и F. Вот так. И сдвою здесь на G5. Да, может кому-то покажется, что это не лучшее решение. Но мне кажется плотным. Здесь я полностью фланг отфиксировал. Теперь у меня слон развязан. Слон F1 сюда могу встать. Давайте слона переведем сразу. Нападем на пешку. Сейчас он может ладья А7 машинально сыграет, и я коня съем. Окей, здесь заберем сразу. Еще тянуть, да? Заберем. Ну да, конь у него плохой, но пешка все-таки. И здесь сейчас фланг посыпется. Сюда отходит, окей. Слон E2 пока сыграем. Где-то есть идея H4, жар слон D4. Такая вот, за ней я слежу постоянно. Поэтому ладью на H1, наверное, полезно попридержать немного. Здесь уже можно спокойно так играть. Давайте сюда проникнем. Разменяем одну ладью. Думаю, можно на эту пешку напасть. Там ладья 7 шах всегда будет у меня, если что. Здесь я съел. Это победа. Вашу честь, как сказала легенда. Ну, тут, я думаю, вы уже
спокойно, да, за меня? Зачем я пешку отдал? Да, кстати, можно было... Может быть, зря вы за меня спокойно, а зачем ты пешку отдал? Чудю, чудю просто на ровном месте. Неужели я мат сейчас получу здесь королем где-то? Нет, все-таки этого не случилось. Ну, в ярости. Спортивная злость — это лучше, чем уныние. Я вам скажу честно, быть в ярости лучше, чем... Блин, я ничтожество. Такие мысли — это самое худшее, что может быть. Я недостоин, это хрень. Лучше быть злым, блин, на всех. Шли нахрен все. Лучше быть психом гребаным, чем... На пожалейку давить какую-то. Вот я бедненький, пожалейте меня. Такой нахрен не сдалось. Не надо меня жалеть никому.